Валентин Петрович, скажите, пожалуйста, что вы видели у хора взрослых на смешке ровесников? Я видел все. Я стоял на балконе и наблюдал, конечно. Кошмар. Что я могу сказать? Ну, это позор. Падение нравов. Валентин Петрович, что вы делали на балконе? Чего я, как обычно, стоял голый, курил героин. У меня в одной руке бинокль был, наблюдал за ними, а другой рукой гладил яйца пса. Я всегда так делаю, когда пересплю с консьержем.